Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. Иван Охлобыстин является примерным семьянином. Вот уже почти 30 лет он счастлив в браке с коллегой по актерскому цеху Оксаной. Супруга подарила звезде интернов 6 детей, за что тот безмерно благодарен. Однако признается, жена ему все же дороже наследников. 55-летний Охлобыстин отмечает, что секрет их крепкого с Оксаной брака в любви. Звезда полностью уверен в сделанном когда-то выборе, ведь для него вторая половинка не просто супруга, но настоящий друг. Причем распознал в актрисе ту самую Иван при первой жизни. Встречи. Я понял, что она мне родит человек 10. Вообще ничего не боится. Она такая, бывший комсорг. Мне никогда млявые не нравились. Элен из «Войны и мира» меня бы не завела. Пьер Безухов зря потратил время, заявил он. И действительно, вместе супруги прошли много испытаний. Тепло приняла Оксана и решение Охлобыстина сделать паузу в актерской карьере ради служения церкви. Кроме того, избранница подарила звезде 6 детей. Однако отец семейства, рассуждая, что такое любовь, признался, наследники для него не самые. Самое главное. «Мне кажется, правильно будет вот так немного, как мы, уж куйники, относиться», — говорил актер. «Бабу встречаешь, она тебе нравится, отвращения не вызывает, ты ей говоришь, детей будешь рожать, как свинья, чтобы 10 штук, она, а ты помрешь, если Мишка придет?» И они, клянусь, рожу, клянусь, помру. Они настроены на эту цель, она рожает все время детей, а он все время Мишку мочит. Вот в этой спайке ничто их не может разлучить, даже дети не разлучат. Если тонут дети и жена, надо спасать жену, она еще нарожает. В этой чудовищной, лишенной гуманизме логики «твое-твое». Когда женщина это чувствует, а женщина ближе к природе, она существо животное, иначе бы не рожала. Она мужчине верна абсолютно. Напомним, что Охлобыстин женился на Оксане в 1995 году. Несмотря на долгий брак, актер остается верен только одной избраннице и с трудом понимает изменщиков. «Мне нравятся спортивные, жилистые, дрочливые, прямо боевые подруги», — говорит звезда. «Патроны, чтобы подавала?» — спросила его автор YouTube-канала Диана Кади. «Она сама стрелять будет с удовольствием», — ответил Иван. «У некоторых людей есть дар от природы. Вот у сына Васи такой, он даже не смотрит, куда стреляет, потому что ленится, а пуля летит в десятку. А жена с Калашниковым, я восхищаюсь ею». Актер признался, что в начале карьеры он не мог отказать себе в выпивке. Из-за этого случались периоды, когда он употреблял много спиртных напитков. Сейчас артист пытается избавиться от пагубного пристрастия. Повсеместную популярность Охлобыстин получил благодаря участию в сериале «Интерны». Недавно Иван поделился, что в начале актера деятельности у него были сложности, решить которые ему помогал алкоголь. Охлобыстин заметил, что вокруг него все выпивают, что помогает им заключать взаимовыгодные сделки. Сам актер изначально был равнодушен к спиртному, но решил, что нужно держать марку наравне с остальными. «Если ты не пьешь, можешь забыть о карьерном росте и новых знакомствах. Это пришлось на звонкие 90-е. Помню, как я начал выпивать. У меня была красивая бутылка абсента и набор из 7 венских рюмочек. Я был неопытен, все 7 напомнил и все 7 выпил. Так открыл всю эту алкоголическую тематику, а потом года 4 жёг», — рассказал актер.